Итак, дорогие дамы и господа, нам пора начинать финальную игру. Встречаются в финале в борьбе за золотые медали две команды МТ-66. Сегодня настоящий праздник волейбола. И праздник волейбола сегодня нам дарит MVP, организаторы этого турнира. Ну, так получилось, что они сами в финал не вышли, но в финале сегодня будут играть две интересные команды МТ-66 и Сдюшор. Давайте быстренько составы команды озвучим, а потом вообще про турнир сам будем говорить, рассказывать и смотреть сам этот финал, как мы к этому дошли. В желтых майках играют это МТ-66, ну и мяч ведут в игру подача у команды Сдюшор. Ну и давайте их состав, стартовый состав сразу озвучим, а потом будем уже по одному игроку называть. Поехали! На подачу у нас тем временем Александр Горбин. И поехали! Номер 8 Атабек Калыев, номер 2 Бексултан Аязбеков, номер 12 Джалын Чалбаев, номер 9 Астапбек Курманбеков, номер 6 Александр Горбин, третий номер Ислам Бакиров и номер 15 Самира Масимова, друзья. Вот. Ну, как вы уже поняли, прекрасно, что у нас в этом турнире по одной девушке как минимум должно быть в стартовом составе. Вот, а Масимова сегодня в стартовом составе команды Дюшор. Очень уверенно начинает сейчас здесь Дюшор. Забирают очко, сравнивают счет 1-1. Состав сейчас будут. Состав будем сейчас слушать команды МТ-66. Автандиля Мангилулу сегодня будет моим коллегой комментировать. Это главный тренер команды MVP.
Ну и плюс сам выдающийся игрок, игрок национальной сборной нашей команды в прошлом году. Также мы видели его за молодежную команду, ныне играет за команду Бишкек, я понимаю, да? Да. Чоң рахмат. Энди 66-нын составына кайрыла кетсек, стартовый состав. 10-нчу катар саны менен Русланова Нурдөлөт. 9-нчу катар саны Акубек Улу Нуртилек. 4-нчу номер Искендерова Айсулу. 3 Нуржанбеков Эмир. 7 Токторбаев Мирстанбек. 8 Раскурин Данил. Жана 14 Жоробаев Азамат. Командалар ойунду уже башталды. Эсеп 3-1. НТ топто ойунга киргизүүдө. Ошибается здесь. И прямо первую зону. Да, уверенно. Эйс. Хочу отметить, дейин десем, 40 саат сүйлөп аткан мен. Жүрөсү. Жүрөсү классы да. Мирстанбек топто ойунга киргизүүдө. Жакшы кабыл алуу бар. И как же уверенно начали. НТМ. Да. Жакшы, жакшы. Ну и отметим, друзья, то, что у нас сегодня также рефери, главный арбитр, это Майрамбек Союзбеков на вышке. У нас судьи из, помним, Федерации волейбола. Итак, в целом, MVP, что это такое? Я думаю, что наши подписчики нас сейчас смотрят в прямом эфире в ТикТоке, в Инстаграме. Позже, конечно, появимся мы в Ютубе. Сразу скажу, что давайте подписываться на нас, ставить лайки, делиться. Будем развивать наш волейбол. Это лига, она молодежная. Это новая лига, новая команда в целом. Организаторы сейчас начали развивать, скажем так, такие шоу-матчи. До этого, кстати говоря, перед началом финала я видел то, что была игра 2 на 2. Да? По-моему, даже состав какой-то был. Автандиль, по-моему, ты играл, да, с Розой? Да, выставочный матч я, Автандиль, вместе с Розой Расулбеков, КЗ, играли против Романа Шилова и Марселя Мамытова. И победили? Да. Класс. Это был выставочный матч, мындай элдин көңүлүн алууга жаңы келип жаткан көрмөндөр жөн отурбастан биздин оюнду көрсүн деген максат болчу. Андан вот там Супербол, там NBA делают. Ооба, NFL. Тура-тура. Биз негизи ошого басым жасаганбыз, себеп дегенде выставочный матч өзү эле элдин көңүлүн алууга разогрев десем, жаңылышпайм. Ошол разогрев выставочный матч болду бизде. Андан тышкары MVP Бишкек тууралуу айта кетсем. Бул жерде бизде MVP Бишкек бизде деген эмнеге багыт жасайбыз? Биз деген кыргыз волейболун өнүктүрүү. Өнүктүрүү дегенде кандай мааниде? Биз деген Даш школу волейбола ачкыбыз келип атат. Себеп дегенде бизде өзүңөрдү билгендер Кыргызстанда мектеп волейболу жок. Точнее волейбол мектеби жок. Бар эле мектепти бүткөндөн кийин же болбосо университетке келип эле ойноп башташат. Биз ошону кичинекей мектеп жашына чейинкилердин ойносу, үйрөтүү багытында иштеп жатабыз. Азырынча азыр бул аракет үстүндөбүз, толук кандуу ишке аша элек, бирок жакында десем буюса ишке ашат. Но вектор сам вообще правильный, абсолютно. Нужно развивать именно в этом направлении. У нас как это было обычно? У нас есть классные тренеры, которых зовут, они тренируют команду, ну и все. То есть база, то есть фундамента так такого, честно говоря, крепкого у нас нет. Вот сейчас созданием таких проектов, таких команд, я думаю, что наш волейбол потихоньку будет развиваться. Нет, мне сама вот эта идея, конечно, очень сильно импонирует, то, что спорт это в целом шоу должно быть. В мире спорт это шоу, мы должны отходить от принципов, когда спорт это такое более академическое, да, явление, когда человек приходит, занимается, с очень грустным лицом смотрит и уходит. В мире, где все круто, там видели, что делают настоящие спортивные шоу, делают это просто изящно. И плюс ко всему, это все коммерциализируется. То есть это все должно быть, я считаю. Мы должны продавать спорт, продавать зрелище, продавать эти большие турниры. Я думаю, это первый шаг. Мы находимся, наверное, в первых именно шагах, в начале большого пути вот этого явления под названием такое свежее дыхание нашего волейбола. Тура кошулам, 100% кошулам, себеп дегенде, сиз айткандай, волейбол, бул негизи эле спорт, бул шоу.
элди кызыктырыш керек. Буга чейин MVP Бишкек сыяктуу организация Кыргызстанда болуп көрүлөт болчу. Бул организация өтө чоң деңгээлде болуп атат. Азыр көрүп жаткандардай буга чейин өзү Айым Айылчиева келип кимди ырдап кетти. Андан тышкары Камбар Мюзик келип, бир-эки музыка ойноп кетти. Жакшы. Еще также напомним, что за бронзу играли Салам Алик и MVP. Салам Алик со счетом 3-1 эту игру выиграл. У нас уже есть бронзовый призер. Две группы по три команды играли, как я понимаю. Да. И в целом, какие команды играли, и когда вы сначала турнир организовывали, как команды реагировали на этот турнир, когда вы объясняли, и тяжело ли было составить вот этот список участников на этот турнир? Оор болгон, себептегенде бизде башында квалификационный турнир болгон, аякта 14-тон наших команда келип, 3-тон ашкан, ошонун 1-чи, 3-чи, 3 орунду алган командалар, ошол MVP лигага катышканга жолдом алмак. Бирок тилекке каршы көп командалар кичине кайдыгер карап койду десем жаңылышпайм. Баары бир күндүк турнир сыяктуу эле, бир күндүк белекеле келишкен. Алар мындай чоң деңгээлде өтөрүн билген эмес. Мен азыр билем то, что алар өкүнүп жатат го дейм, себеп дегенде мындай организация жана мындай оюнду ойнош негизи эле Газпромдо ойнош любой волейболист үчүн бул чоң жетишкендик деп эсептейм. Биз квалификационный турнир болуп жатканда көп командалар мен айткандай кичине кайдыгер карашкан. Бирок эмдики сезондо мен оюмча команда мындан да көп болот. Көбүндө тең албай э кичине. Мындай көбүнчө сиз айткандай. Кимсиңер деген сөз э? Сиз айткандай көбүнчөсү эми ойдон калып калган да мындай. Советский сыяктуучу бир күн ойнойбуз дагы белек алабыз кетебиз деген. Бирок бизди лиганы айтканда көбүнчөсү серьез карашкан эмес. Как я понимаю, с декабря вообще, да, это все проходит? Четвертый волну лига башталганна. В каком формате это все проходило? То есть сколько команд и как они играли с друг другом? Где это все проходило? Эгерде квалификацияны албаганда, биз деген формат Лиги Чемпионов УЕФА. Ошол форматты алганбыз, жумасына 2 ойын болот. Ар бир жумада 1 ойын. Командалар 2 группа, мындай айтканда, буга чейинки командаларга айта кетсем, 6 команда болгон. Көрүп жаткандар NT, Дүшөрси, Салам Алик, MVP Junior, MVP Senior жана Ice командалар болгон. Тилекке каршы MVP Senior менен Ice полуфиналга өтпөй калган. Бирок эмки турнирлерде көрөбүз деген ишенчтебиз. Да, ждём абсолютно точно. Интересно. И как вообще тренировать самому? Тренировать оор, себеп дегенде мен буга чейин өзүм как волейболист катары тренер мени тренировать этчи, бирок менин кандай десем тренерлик жакта болгонум ага өзүмө да жагып атат. Бул чоң жоопкерчиликтен дагы кандай десем бир жагат да. Мен өзүм волейболдун фанатымын деп эсептейм, ошондуктан мага жагып атат бул нерсе. Кичинекей балдарга өзүм билген нерсени үйрөтүү жана өзүм волейболду өнүктүрүү. Мен оюмча кичине болсо дагы кыргыз волейболуна салым кошуп атам деген ишенчтемин. А так тренер болгон мага жакты. Конечно, оор, бирок колдон келишип аракет кылып атабыз. Так, у нас игра здесь проходит 13-11, ну 11-13 счет. Очень близкая игра получается. Напомним, что команда из Дюшора наполовину составлена из игроков 62-й школы. Это учащиеся этой школы полностью составлены. Кроме того, что в команде в составе должна быть одна девочка. У нас также есть одно правило, то что только должен быть максимально один профессионал. Но команда в Дюшора, они решили без профессионального игрока сегодня играть. Верят в свои силы. В целом, понятно, что верят они и в себя тоже. Андрей Владимирович Анкудинов является главным тренером этой команды. Это небезызвестный наш специалист, который также тренировал нашу национальную сборную. Да и один из самых именитых наших специалистов подготовил реально хорошую команду. Оба. Тура. Андрей Владимирович Анкудинов негизделе Кыргызстандын биринчи курамасынын тренери. Бул жана опыты чоң. Чынында күчтүү тренер десем, Кыргызстандагы жаңылбайм, номер один тренер десем жаңылышпайм. Бул өтө кыйын тренер. Кол астында мен дагы ойноп калгам. Азыр болсо ошол Андрей Владимирович Анкудиновдун балдары ойноп жатат. Жана блок, волейбол тили менен айтканда монстр блок, бирге бир жабуу болду. Самый сложный блок, да, он? Надо прочитать.
момент удара. Мен өзім позициям бойынша айтам, бұл негізгі ор, блок жабу деген бұл өте ор іш. Сондықтан жана келеме 11-ші қатар санында жақсы жазбыру қылды. Есеп 15-13 Дюшор Си алды да. Так, подача у нас тем временем. Дюшор. Это подача Нурсултан Асимханов. Неплохо сейчас. Шана. Ох. Сильнейший просто удар. Асхатбек Курмамеков диагональный. Здесь это очко зарабатывает. 14-15 тем временем. И получается, что у нас идут бортик, бортику просто. Белгилей кетсек, ойын жакшы темпте башталууда, эки команда тең жакшы ойунун көрсөтүүдө. Аягына чейин. Плюс финал имеется в виду, да. Ответственность большая, и права на ошибку вообще не имеется ни у кого. Спортсмендер билсе керек, настрой деген жөнүндө. Ар бир команда, эки команда тең настрой менен чыкты. Себеп дегенде, биринчи орунга 100 000 сом. 100 000 сом. Утуп алуу ушундай жашта бул өтө чоң белек десем болот. Бирок бизде бир нерсе бар. Эмит Бишкек биз деген бул турнирди уюштуруп атканда 100 000 сомду койгондо бизде мындай правило бар, эреже. Бул 100 000 сомдун 50%тан көбүрөгү клубка кетиш керек. То есть булар эгерде азыр утуп алса өз артына бөлүшө алышпайт, а булар клубтун өнүгүүсүнө. Ошол катары санында биз деген любительский волейболду өнүктүрүү. Эгер де НТ утуп алса, булар ошол акчаны өзүнүн клубуну өнүктүрүүгө жумшашат. Бизде ошондой эреже. Окумашын жыйынтыгы айткан башка жакта, э? Ооба, конечно. Команда толукташат, формалашат. Ооба. Жакшы, жакшы. Ошол эле залдын арендасы, буларга дагы тренировка келгендер көп, мен билишимче. Аларга тренировка кылдыруу, аларга дагы условия түзүп берүү бул оор нерсе. Ошондуктан эки командага тең ийгилик. На топ-то ему агрегизую. Аут. 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 17-17, друзья, на самом деле. Белгилей кетсе, мындай чоң зал, да, Газпромда подач берүү оор. Себеп дегенде зал чоң, арендир кичине бузулат. Бирок эгер жакшы берип алсаң, анда оюн жакшы кетет. Жана жалын Дюшор Си командасынан жалын биринчи темп менен соппу жасатты. Жакшы, оюн жакшы деңгээлде жүрүп жатат. Эсеп 18-17. Так, Чыңгыз Шыныханов. Жана эйс. Эйс. Вот так потихоньку 19-17 уже. Ну, максимум там преимущество 2 очка. Бывает у нас здесь НТ все время сокращает, но вперед они выйти пока не могут. Не получается сделать, они все время догоняют, все время догоняют. Так. Хорош. Что-то зона. Отбок. Отбок и начал тать ваут. И подача, друзья. НТ Эмир Нуржебеков будет подавать. Следующий команда НТ 66. Что вообще значит НТ 66? Знаешь? Менин билишимче. НТ 66 бул Эмирдин апасына арналган клуб болсо керек менин билишимче. Себеп дегенде Эмир экөөбүз мурда чогуу тренер болуп жүргөнбүз. Сен айта кеткенде Эмирдин атасы менин эң биринчи тренерим. Ошого арнап клуб ачкан НТ 66 деген. Ийгиликтери жакшы, НТ 66 тренировкасы бар, балдары дагы жакшы деңгээлде ойнойт. Жана эсеп 19-20. Азырынча Дюшор алды да НТ топ оюнга киргизет. Мирстан. Мирстанбек топ оюнга киргизет. Жана подача топ оюнга киргизүүдө эки команда тең катага жол берип жатышат. Мне вот сама понравилась история создания вот этой команды MVP. Я ему рассказывал, то, что в США они создали команду. Создали команду MVP, там целая лига, 150 команд, да, и огромное количество игроков, и пытаются что-то зарабатывать, но все это заработан деньги, конечно, вкладывают опять-таки в развитие волейбола. Ага. Это просто великолепно.
Вообще вот такие вот ребята, как вот Нурмек, Автандиль, это значит вот фанаты этого дела, только на них, собственно, и держится наш спорт. На идейных людях это и держится. О, сейчас я такой идеяны, ишке атқаруда бұл ор нәрсе. Бирок фанат болғаннан кейін қылыш керек. Чужой топ. Бұл ережеге талап келбейт, сеп дегенде топ сеткадан өтелек болчу. Есеп 22-20. Салар үзішор алды да. Топпойма кіргізу. Чына. Тілек. Баракелді. Баракелді. Қыққан дәрі олды баяды. Жақшы, жақшы өрді. Мен үшін тілек бұл жақшы ойыншу. Опытный десем. Жаңылышпайм. Көп ойындарда көп кезігіш тұтар алауыз. Шон үшін ойынна байқасаңыздар, опыт менен де ойнайды. Күчкө салып мес, қарап ойнап көрі. Алдыңа қарап, айтсаңында. Бек Султан, айта кетші нәрсе, Бек Султан мұрда. МВП Бишкекте тренировка қылчу. Бізде тренировка қылып жүрген бала, бірок 62-ші школа шақырып, ошол мектепке кеткен. Бек Султан, удачи! Мистан. Попадай, помнишь, площадку и 20-23, друзья, ух! Джакши, джакши. Интересная концовка ждет, да, у нас? Конечно. Бул эки команданын настрой белгилей кетсек, өз көрмандарын да чакырыптыр. Зал. Джакши. Кавал перевар, Атабек. Бум! Атабек. Аут. И все понял. Зерде. НТ ойынды бүтіріп қолыңа жақындады. Партияны, партияны бүтіріп қолыңа жақындады. Тілек топ ойынға кіргізуді жана Самира топ алып берді. Бек Султан жана жақшы, жақшы. 24-24 есеп. Топ ойынға кіргізу үшінші қатар сұрыны менен. Бакиров Ислам топ тойма киргизүүдө. В первом подает Бакиров. И удар вот здесь сеть попадает на площадку. Баракелде, баракелде. Кандай гана соппу бул антеннадан чыгып кеткен топту кайра. Поляга багыттап. Есеп сандарын 25-24 кыл. Шанс сейчас есть. Жана. И можно заканчивать вот здесь. Жана. И еще раз метаут. Вау, 25-25. Вам длится. Спережаем дальше. Ойын чоң деңгээлде өтүп жатат. Эки команда тең. Укулганга ойу жок. Ар бир той үчүн күрөшүп жатышат. Жана топ тойма киргизүү Дүшөрси командасы топ тойма киргизүү бар. Бас жана баракелди. Бияктан Мирстанбектин блокту жазгыруусу жакшы болду. Нуржанбеков Эмир НТ 66 командасынын оюнчусу топ тойма киргизет. Не было таким. Партия битовая. И вот здесь можно будет с вторым темпом. Все, партия кончилась. 1-0. Сетка гафит палды. НТ. Биринчи партияны НТ 66 командасы. Жеңип алды. Жакшы, жакшы ойын жакшы болуп жатат. Өтө сонун кызыктуу. Бул жерде
Бул лига боюнча айта кетсек, MVP Бишкек тарабынан уюштурулган лига. Арча Бешиктеги Газпром спорт комплексинде оюн болуп жатат. Финалдык беттеш бул жерде НТ 66 менен Сдюшорси командалары кездешүүдө. Биринчи партияны НТ 66 жеңишке ээ болду. Көрүп тургандай Андрей Владимирович Анкудинов өз балдарына буйрутма берүүдө. Жакшы оюн жакшы болуп жатат. Азыр силердин назарыңыздарда Камбар Мюзиктин аткаруусунда. Белгилей кетсек, ар бир партия бүткөн сайын Камбар Мюзик тобунун аткаруусунда. Ырлар болмокчу. Бизге биякта Ош тараптан волейболисттер жазып жатат. Баястан аттуу волейболист менен таанышым болот. Рахмат. Организатор биякта уюштуруу тобу действительно жакшы иш аткарышты. Газпром залында финал MVP лиганын финалы болуп жатат. НТ 66 менен Дзюшор Си. НТ лучше дейт. Жакшы биринчи партияны НТ утуп алды. Колдоо жакшы. Арча Бешиктеги Газпром спорт комплексинде MVP лиганын финалдык беттешүүсү. Милиция Хайвардолан. Хайбар Мюзиктин аткаруусундагы. Эмнеге Хайбар деп сүйлөдүңүз ки? Сүйлөп бердим. Хайкю. Деспасита. Хайбар Мюзиктин аткаруусунда. Көрөм дегендер болсо, келсеңиздер дагы жетишесиздер. Дарегибиз Арча Бешик. Деги Газпром спорт комплекси. Билет баасы 100 сом. Энте кайсыл жерде тренировка кылат дейт. Энтеникен аккаунту бар Инстаграмдан ошоктан кененирээк таанышып алсаңыздар болот. Белгилей кетсек, бүгүнкү бизде конокто кыз келиндер арасындагы курама команданын мүчөсү Роза Расулбек кызы жана Чорбаева Нурселя жана Марсель Мамытова келип оюнду көрүүдө. MVP Бишкек тарабынан атайын чакыруу берилген. Андан тышкары Роман Шиловто жүргөн да? Эркектер Рома командасы мүчөсү Роман Шилов келип. Мен Автандия Амангелдиева да жүрөт. Ооба. Көрдүм мен дагы башында 2-2 оюнунда Роман Шилов менен Автандия Амангелдиеванын таймашуусу болду. Аракелде Кайбар Мюзик. Абдан жакшы. Thank you.
плюс айбит, можно делать 10-минутный перерыв, знаете? А, да? Да. По решению организатора. Проминжевать. Потихоньку привыкаю. Можешь, а можешь готовить. Газпром, о, Газпром. Университет на ова болот, емки сезон до. Следы готовюсь, квалификационный турнир болот, пошел до. Командам сдать обкелеп, кассам сдать. Албетте болот, барын сдать готовюсь. Барын сдать, МДП Бишкек. Аккаунтына қатталауыз, егер кенедерек малымат білемін десе. Чем я звоню? Это Динро, пришел. Яқта бізде TikTok мені... Ничего. А, мен бос балам. Госпалом говорю, кто ты взяла? Эй, она такая, а у тебя есть бата, и чуть-чуть где наша? Ааа, что там? Давай курим. Пойдем сюда. Бешмин, наверное, не скоро. Бешмин? Жизнь ничего не знает. Нам нужно точно. Стрим, да? Прием, прием, вот он. Что, еще раз? Как вы да, джакшеле, бро, MVP нельзя. Инстаграм на чеваткам телефон очень палды. Нам другой телефон нужен. Да, друзья, у нас тем временем продолжается. Финал MVP лиги. Это матч между НТ-66 и командой Дюшор, друзья. Интересно, у нас сейчас идет игра. Первый сет забирает команда НТ-66 в самой концовке. Большое преимущество было у команды Дюшор. И казалось, что вот момент, когда можно будет забирать, и они проиграли. Итак, первое очко есть, неудачная у нас получается здесь подача сама, и в итоге подача команды Дюшор 1-0, и да, эйс 1-2-0. Алиев Атабек, эйс, очко алып келуді. Есеп 2-0, екінші партияның башталышы. Бірінші партияны істей кетсек, НТ-66 жеңген еді. Топ қойма кіргізу бар. О, бар келді. Джурубаев Азамат. Это любительская лига. Не профессионалы, чтобы не было такого, что за награда. Пацаны, ребята, девочки показывают реально интересную игру здесь. Молодец. Кофе мяч в игре. 2-1. Счет здесь и отсюда сильнейший удар. Баракельде. Баракельде. Мистандек. В сторону Самиры Масимовой. Ну и в итоге мяч уходит в аут. 2-2. Нурджанбек. Эмир. Топ-то ему агрегизует. Джана Самира Гаулалуар. Волонтеры, подойдите, помогите убрать. Джана. Не болото. Не болото.
бул жерде Дюшорси командаларынын бири-бири менен жаңжал чыгууда. Эсеп 3-2. МТ 66 астыда жана кабыл алуу бар. Бексултан жана баракелди. Бул жерде МТ командасынын либеро. Либеросу Респеко Малика атага жол берди. Жалын Чалбай топ оюна киргизүүдө. Кабыл алуу бар. Жана да баракелди. Ислам Дюшорси командасы блокто жакшы оюн алып барууда. Жорубаев Азамат. Жалын Чалбаев топ оюна киргизүүдө. Жана кабыл алуу бар. Азамат жана ката. Бири-бирин түшүнбөстүк. Жакшы шанс эле. МТ командасынын оюнчусу Мирстанбек топту оюнга киргизүүдө. Турбаев Мирстанбек жана эйс. Великолепный эйс. Пока чуть Самира здесь прозевала момент. Да. Но белгилей кетсек, биякта кыздарга чынында эле оор. Себеп дегенде балдар билгенеңерде катуу урат эки эсе. Ну это физиологизм керек. Жок, бул эчтеке кыла албайбыз бул мерсени, бирок ошого карабастан эки команданын тең. Либеро кыздары жакшы ойнолуп барууда. Да. Реально хорошая игра, и это в целом идея очень классная. Это как медиа футбол, медиа хоккей сейчас делают. Оба, медиа оба. Футбол. Следующий. Жена. Хорошо. Да. Есть ошибка, и в итоге, друзья, седьмую очку зарабатывает. Эсеп 7-5. Дюшорси командасы алды да? 6-5. А, кечиресиздер, 6-5. Дюшорси командасы алды да. Кабыл алуу бар. Эмир пас чыгарып берет. Тилек. Баракелли. Баракелли. Да, пас. Очень хорошо играет. Ты же центральный блокирующий, да? Оба. Негизи центральный блокирующий позициясын көп жактыра берди. Себептен бул аябай кандай десем. Жоопкерчиликтүү, э? Жоопкерчиликтен дагы биздики көп мындай приманка, орусча айтканда приманка катары болобуз. Байкасаңыздар көп жерде азыр биринчи центральный блокирующилер элден биринчи чуркайт командасына караганда. Биринчи темп деп ошон үчүн. Мен анын максаты каршылаш командадагы ЦБшник центральный блокирующий өзүнө алып калуу. Ошондуктан бул позиция чынында эле оор. Жана баракелди. Келди. МТ 66. Жакшы оюн алып барууда. 7-7 дузу нашу табло, да. В целом мы понимаем то, что у нас, скорее всего, даже будет до 5 партий, это игра. Все возможно, потому что команды по уровню одинаковые все это. Две, как говорится, равноуважаемые семьи первыми. По ночам. Ислам топ тойма гирзюде. Ислам подает. Аут. Аут. Бирок биздагы 3-4 ойногон кезде көбүнчө ушу топ оюнуна киргизүүдө. Айтканда подачадан көп жаңылыштык кетирдик. Байкай кетсеңер бул жерден дагы МТ дагы Дюшор дагы ката кетирүүдө. Жана Тилек. Тилек эйс. Эйс алууда. Да, вот таких вот невыдуманных ошибок очень много. Получается. Но здесь... Жана!
ошибка. Катар менен эки жолу эйс. Ну, понадеюсь, что мяч сейчас летит в сторону аута, но попадает мяч в площадку, и в итоге очередной эйс 10-8. Впервые в этом сайте сейчас команда НТ вымыривается вперед с двухочковым гандикапом. Отлично сохраняется мяч. Со второй линии не получилось атаковать, но тем не менее мяч переходит за сетком. И отсюда со второй линии великолепно, просто удар! И... Баракельде. Попытка была хорошая, но спасти не удалось. Бирок был упайды. Здесь Орси команда с наберюда. А, был дерде НТ. Форма команда с наночесу. Сетка, ты пала на кен? Все. Сына топ-поем лагерде. Баракельде. Баракельде. Оор. Оор паселе. Рок пошел Гаралстан. Бұл жерде Данил жақшы соққы жасады. Келді жана ұпай. 12-й упай НТ командасына берілуді. И снова аут. Да, попытки были хорошие атаковать, сильно бить, сильно подавать, но все же все тут ходит в никуда. Қалыйф Атабек топ қойыма кіргізуді. Есеп сандары 10-12. НТ командасы алды да. Жана. Жана. 11-12. Мистанбек чабуылда хата кетирди. Калыйф Атабек экинчи топ боюна киргизүүсү. Один из нас, Калыйф. Но подает не так сильно, но мяч все еще в игре. Джана! Баракельде! Баракельде! Блокирующие великолепно сыграли. Это Джакши Тосмо, Пузерден. Зашел всей команда сынын диагонал игроку. Джана! А! НТ командасы топку алуда. Қатаға жол берілді. Берілі кетсек, Қалыйф Атабек топ бойына жүзіде жақшы, жақшы күшті падача беріп жатады. Мяч в игре, и вот здесь великолепно! Баркелде, Жалым Чалбаев. Ол төртінші ұпайды өз командасына алып келуді. Мен ойымша тайм-аут керек. Тайм-аут НТ 66 командасына. Да. Ситуацию с контролем сейчас потеряли полностью. 4 подряд отдали очков. Прием. Бұл жерде топталуда қата кетірген. 11-ші қатар санымен бұл жерде Нұрсултан. Симканов. Жана! Малика, Рыспекова Малика. Топталуда қата кетіруді. Бірок Энтінің ойыншылары дағы бұл жерден топту падачаны Рыспекова Маликаға беруді. Білшет. Аға алу ғоғыр екені білшет, соң менің қолдануыда. Жына топ қойыма кіргізі. Бексултан. Бексултан. Аут. Аут мяч улетает, и вот возвращается сейчас преимущество команде НТ. 15-14. Бұл жерде НТ НП-дағы жана сүзерсі командасында прием. Прием жоқ. Байланыштырушыға топты жеткізуді қата кетіріп жатшады. Мына жана Баркелде Нұрсұлтан
он 5-й упайды алып келуде. Да, все это прекрасно работает. Получается, и снова, друзья, подача, и будет сейчас подавать Джалан Чалбаев. Джалан Чалбаев. Из четвертой зоны. Хандара на сопку. Да, отлично. Нуртилек. Төртінші зонадан. Мистанбек топты ойыма кіргізуді. Жена, қалалы бар. Бексултан. Баракелді. Баракелді. Екі блок. Тосмо қойылған әлі. Бірақ аға қарабастан Бексултан ұпай алғанға үлгірді. Есеп 16-16. Да, достойный у нас финал получился, таки нет одностороннего доминирования. И в итоге у нас команды показывают равную игру. Здесь снова четвертая зона. Во! Ну и блокирующий, великолепно! Александр. Тосмодо жақшы ойын көрсетті. Бірге бір. Да. Тосмо ойын. Жақшы, жақшы. Александр Горбин. Жена. Неудачный прием был. Атабек. Второй зоне. Пайп комбинация с Эволдере. Берем. Неке хорошо. Атабек. Топту. Беткор Алганджок. Топту и Малюзюдо. Это команда с Нурдолет. Руслан. Атабек. Топтал Перю. Бек Султан. Тосмо. Нуртилек. Аут. 18-17. И подача команды из Дюшо. Достаточно легко команды играют. Готово это разменивать. Так, не такие долгие розыгрыши. Опа. Джурабаев Азамат. Джурабаев Азамат. Диагонал. Чалунда. Джакшо Ингуш отсюда. Спрашивают, сколько им лет, это разные возрасты, ребята. Тура, оба. Энты да, энги чуйсу 2005. Энги улысу 2000-чи жылқы балдар, мені білішінші. Дюшорды энги чуйсу 2008. Дюшорды бар мектеп. Мектепте оқыған балдар. Білсеңіздер 62-чи гимназиядан. Алқышат. Нұртілек. Пас. Жена, қорғану мықты, Мистанбек, Баракелді, Баракелді, волейбол тілімен айтқан накат, пайптан накат қылып. Тура, күшке салып ойнығындағы бір кеті адамды чарчатар, шындықтан. Олалу, Аттабек, Баракелді, Баракелді. Джакшо Ингуш отсюда. Нашел сейчас здесь пустую зону, отправляет он туда ее мяч. В итоге 20-19. А Дюшок первый, при секре от 3-20 очков. Александр Горбин снова на подаче. Горбин. Хорош. И четвертая зона снова очень активно играет в четвертую зону. Пас. Торво, Торво тип Калган. Бүгінгі ойында ұшыл Торго TV-ден көп ойыншылар қата кетіруді. Тосмо қоюда дағы, Торгонуда дағы қата кетіруді. Ошибка есть, 21-20. Шанс от двух, конечно, хороший выйти вперед, но не воспользовались им. Қалай Фатабек. Фатабек. Жена. Қаулалы бар. Төртін жолаға. Де. Чабыл Тосмоғы тиіп кеткен. Екінші партия айымдан тең тәлеш ойын болып жатады. Бетікім бірді команда астыға шығып кетпестен. Артта қалып қалбастандағы. Очко, очко, упай, 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 упай,
Бангизе, Бек Султан. Джирма Эки Джирма Бир. НТ Алдыра. Чего да? Ну если НТ заберет вот эту партию, то это будет уже сильная и большая заявка. Громкая заявка победа в этой игре вообще. Будет на финале. Баракелде! Баракелде! Булдайдан Досултан, Чалуба Варбастан, Джазгарам деген. Ой, келген, бирок. НТ Тосмодо. Жакшы ойын көрсөтүлдү. Так, Анкудинов берет сейчас тайм-аут. Бүгүнкү ойунда биринчи тайм-аут, жаңылышпасам. Бүгүнкү ойунда биринчи тайм-аут. Туура, тайм-аут алуу чечими туура, себеп дегенде экинчи партиянын соңуна келип калды. Эсеп 23-21. НТ алды да. Да, очень сложная игра. Все-таки для команды Дюшор. Есть, она будет таковой, потому что 2-0 и вытащить матч с 2-0 будет крайне тяжело. В финале плюс кура сейчас поймает НТ. Итак, завершается время на тайм-аут. И теперь подача команды НТ. Поехали. 9 номер будет сейчас подавать. Это Нуртвек Акупекулон. Наверное, команды. Ну, важнейшие 2 очка сейчас нас впереди ждут. Поехали. Цена. Бексултан топ-туралу. Жена чабылда! Баракелде! Баракелде! Блок! Великолепно дуже вас сегодня! Нурдолет! Нурдолет! Жена Мистамбек! Правнан тюльген Тосмо! Жакши стеуду! Тура! Жакши! Бул жерде башка айла жок эле Бексултан! Тосмону эт алган жок! Эмир топ тойма киргизү! Каулалуу бар! Жена! Энте! Баракелде, баракелде. 25-21 эсебинде экинчи партияны НТ 66 жеңишке жетти. Дюшорси командасы оюнчулары негедир өзүн таштап койгондой сезилет. Андрей Владимирович бул жерде өз оюнчуларын аталарын айтып жатат. Эгерде бул партияны Дюшорси командасы жеңиле турган болсо, анда оюнду жалпысынан НТ 66. Доброе утро. Да, важнейший. Привет, доброе утро. Важнейший момент в этой игре. Важнейший сет. Либо начнется величайший камбэк в истории волейбола. Тура. Волейболдун эң кызыктуусу бул жерде. Ойнун аягына чейин ким утары белгисиз, себеп дегенде азыр балким Дюшорси командасы 3 партияны катары менен утуп алышы да мүмкүн. Жыйынтыгында бул оюнду Дюшорси утуп алышы ыктымал, бирок менин оюмча НТ деле жакшы оюн көрсөтөт. Оңой менен 3 партияны берүү бул НТ'га жарашпайт десем. Бул жерде НТ'нин курамы алмашты. Нуртилек пас берүүдө, андан тышкары Нурсултан жана Чыңгыз Дайгровка. Жана Эйс Александр топ оюнга киргизүүдө. Эйс алууда. Александр Говин. Подачи и вот здесь сумели мы склонить и его Баракельде! Что такое? Баракельде! Джоробаев! Не деген соппу бул экинчи линиядан диагоналдык чабуул. Баракелде бул жерде замена Калыев Атабектин ордуна 7-чи катар санындагы Даниэль. Негедир Дюшорси командасы ойнун настройду жоготуп койгондой.
Кайрадан топты алууда Катарга жол берүүдө. Нуртилек бирок топту ойногосуда. Көзгө чөлөнүп жана дагы бир жолу бара келди. Эм чагат түштү. Да, да, тут не стоит спорить. Что по площадку, это было видно, там прям в линию. Прям в линию. Ну, челленджа нет, но верим на слово. Ова, бирок, мен оймча челлендж келады. Алыс эмес, буйырса планда, челлендж койсок анда. Ойындар! Деги челлендж, бул жерде Бек Султан. Тосмого жакшы ойнал паруда. Жетінші қатар санындағы Табылдиев Даниэль топты ойына кіргізуді. Есеп 3-3. Маракелде. Майрана жақшы соққы. Бек Султан. Чабылда. Маракелде. Азамат. 4-3 зонадан. Тосмону алдап. Ачко. Точнее, упай. Не тайма. Тайм-аут болу. Бұл жерде әнте 66 командасы өзінің бірінші тайм-аутын алды. Тура чечим. Кетсек, MVP Лига, финалдық беттеш. MVP Бишкек тарауынан ұйыстырылған турнир. Жаңа Даниэль топтан өзіда қатаға жол берді. Есеп сандары 4-4. Үшінші партия. Жалпы есеп 2-0. НТ алдыда. Подачным. Высокая навесная. Вот здесь первым темпом. Уже это Джалан Чалбаев. Чабулда. Хата Гетильди. И пятое очко, друзья, на сегодня. Команда НТ. Потихоньку планомерно они идут вперед. Но здесь Ваут мяч все-таки улетает. Не получилось не сохранить. И 5-5. Все так же будет. Равенство по очкам у нас. Баракелде, Жалын Чалбаев топты ойына кіргізді. Өз командасы ұпай алып келді. Мас 6-5 ойын. Жана. Бұл жерден. Вот здесь второй зоны. Отлично! Баракелде, Джурабаев, Азамат. 6-6. Джурабаев, Азамат. Байқашымша Джурабаев, Азамат. Аға берілген пастардың барын. Упай болуда. Жақшы өрсеткіш. Пас, Баракелде. Қандай ғана мүтті соққу. Там трое находились прямо в зону, значит, пролетел. Каждый из них, мне кажется, с непонятно, кто должен их принимать в поле. Сверх, если их не взяли. Подача! Ошибается и 7-7. Топ-той мы вывезли, да. Катара Джол Бельбисе, Мену Имча. Он башка тебя держит, жмёк, берёт. Пожалуйста. Асан Джурабаев! Баракельда. 8-7, друзья. Чакши. Джурабаев Азамат. Эйс. Кузерде Энтенен Германдары. Рус командасын болды оды. Чакши Горюныш. Кузерде Азушорси командасы
Наверное, здесь 7. 3 упайга алдыга озуп кетти. Калыев Атабек ойынга кайтып келди. Көрөбүз эмне болуп кетиши мүмкүн жана бул жерде Андрей Владимирович Анкудинов тайм-аут алды. Тура бул жерде 4 упайга озуп кетти НТ командасы. Менин оюмча азыр бул партияны эгерде НТ утуп коюшуна жакын, андан тышкары Зюшорси командасы Андрей Владимирович Анкудинов буйрутма берүүдө. Тура бул жерден кайра бутка туруш оор, бирок болот албетте. Бул жерде камбек болуп кетиши да мүмкүн, аны азыр көрө жатабыз. Помните камбек гол России на Олимпийских в финале? Баракенде Нурсултан. Ола, тура, жакшы. Россия 2012 жаңы башка 2012 Бразилия. Да, Олимпиада оюндарында финалда ошол кездеги эң күчтүү делген Бразилия командасына 2-0 партия боюнча утулуп жаткан кезде 3 партия катары менен алып олимпийский чемпион. Они даже вытащили матчпоинт, так что здесь до матча далеко, нужно вытащить на МТ снова. Бул жерде МТ одан жакшы оюн алып барууда. 12-8 уже, 4 очка преимущества. МТ реально делает большую, громкую заявку на победу в нашем турнире. Хорошо, подача здесь есть. И еще снова 4-я зона, и да, Валт мяч улетает. Халуев Артабек. 13-8, друзья. Не олду. Бул жерде Зюшорси командасынын оюнчулары өзүн жоготуп койгондой сезилет. Не хватило их все-таки на весь матч. Так, отличная подача. Что я отсюда? Должны сейчас еще что-то придумать. Хотя бы 1 балл, да, 10 баллов. Жена. Форгону там ДТ, Ислам. Так, самый долгий выигрыш этого матча. Жалын Чалбаев. Баракельде. Не стал церемониться просто. Ура. Просто ударил. Может, я как-то пекло. Да, один самый долгий выигрыш этого матча, только чтобы долгий мяч находился в игре. Эсеп 14. Автобус НТ команда салды да. Атабек. Келди. Келди. Жок, бул жерде топ аянтчага түшкөн эле. Ага карабастан. Калыс. Есть, это очко 10-15. Менин оюмча бул жерде Зюшорти командасынын оюнчулары өзүн колго алып, командадай болуп ойносо мүмкүн, бирок алардын жүзүндө андай нерсе көрүнбөйт. Тилекке каршы аларда оюн. Куда класс тем временем? Мы подачи 12 очко, 11 есть уже. Два подряд взяли. Дюшор. Так, Тимгобин. И удар здесь великолепный. Но остается мяч в игре со второй линии. Сохраняется мяч в игре, все еще. Ударить не удалось, атаки не было. Дима Нурсултан. Баракель. Баракель, да, бул жерде. Кинал бастан.
космодон алып келген. Мына эми дүшөр сей командасынын оюнчулары эми ойгондо окшойт. Эсеп 12-15. Жана Бек Султан. Бара келди, кандай коркунан жакшы коргону. Бул жерден НТ командасынын байланыштыруусу катага жол берди. Менин оюмча бул жерден НТ өзүн колго алып ойнош керек, себеп дегенде эгерде бул партияны дүшөр алып койгондо Дина орлоп калышы мүмкүн. Подача. Ова. Бул жерден НТ тайм-аут алды. Тура. 9-15 эсебинен азыр эсеп сандары 14-15ке дүшөр си командасынын балдары 1 упайга чейин кыскартышты. Сөрсі командасының ойыншысы Александр топты ойынға кіргізуді. Бара келді. Жана бара келді. Қанда ғана соққы. Бойы бичіне болуына қарабастан Нұр Султан. Бара келді. Қанда ғана қатты соққы. Бұл жанағыса мен да күткен емеспін. Топты ойынға кіргізу. Бул жерде дүшөр сей командасынын оюнчулары топту кабыл алууда катага жол берүүдө абдан көп. Высоко мяч. Не ошибается. Кандай гана жаңылыштык бул. Самира Максимова. Не, бул кандай көрүнүш? Дүшөр сей командасынын оюнчулары өзүн таштап койду. Мындай көрүнүш негизи спортто болушу керек. Бирок НТ дагы абдан жакшы оюн көрсөтүүдө. Топ коюма киргизүүсүндө баары тең. Силовой подача деп аталат. Силовой подача менен киргизүү. Жакшы. Жана Бек Султан. Бара келди, коргонууда НТ командасынын оюнчулары жана Жоробаев Азамат 19-чу упайды өз командасына алып келүүдө. Бара келди. Нурсултан топ оюн киргизүүдө жана аут. Бул жерде топ оюнчулары катага жол берди. Эсеп 16-19. Жалын Чалбаев. Көрө жатабыз. Кантсе да мүмкүнчүлүк бар. Камбай клубуга Жалын Чалбаев топ тойма киргизүүдө. У них классно отрезали. Ну вот здесь еще раз четвертой зоны. Как же классно сейчас играет. Баракелди. Бул жерде Бек Султан. Кандай гана керемет коргону. Вот это работа сейчас. Баракелди. Нурсултан топту. НТ. Его снова что-то зона. Баракелди. Бул жерде 17-19. Ислам жана Нурсултан. Самый красивый розыгрыш этого матча. Тосмо. Жакшы. Оюда 17-19. Жалын Чалбаев топ тойма киргизүүдө. Кабыл алуу бар. Жоробаев Азамат.
Ката. Бул Тосмонун, Торчонун ЛДТ просто. Ката, эсеп 18-19. Бул жерден эң баш козасы Дишорци ойончулары ушул мүмкүнчүлүктү колдон кой бербеш керек. Жалын Чалбаев топту оймой киргизүү бар. Нурсултан кабыл алуу. Жана Баракелде коргонууда. Жалын Чалбаев. Атабек. Азамат Баракелде. Баракелде. Эсеп сандары 19-19. Абдан жакшы көрүнүш. Баракелде. Дишорси оюнчулары. Жалын Чалбаев. Топту оймой киргизүү. Пас. Вах, Баракелде. 6-чы катар санындагы оюнчу Чыңгыз Шадыханов. Бул жерден 20-чы упайды өз командасына алып келди. Эсеп 20-19 НТ алдыда. Көрөбүз Дишорси командасынын оюнчулары. Вах, бул жерден Нурдөлө топту оюнга киргизүүдө катага жол берди. Эсеп 20-20. 20-20. Нурсултан топту оюнга киргизүүдө. Кана Баракелде кандай гана кубаттуу топту оюнга киргизүү. Жана Баракелде. Азамат бул жерден Александр Тосмодон абдан жакшы оюн көрсөтүүдө. Мына эми Дишорси командасынын оюнчулары ушул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаш керек. Топту оюнга киргизүү. Баракелде, Баракелде. Эйс. 22-20. Абдан кызыктуу жана жакшы оюн болуп жатат. Чоң деңгээлде. Азамат эки команданын оюнчулары. Азамат НТ командасынын оюнчулары. Ойношу керек. Дагы бир жолу киргизүү. Не болот? Жана Атабек кабыл алуу. Самира Баракелде. Баракелде. Нурсултан топту алуу. Баракелде. Азамат. Бул жерден Данил 8-чи катар санындагы игрок, оюнчу. Биринчи темп менен. Биринчи темптин күчү. Итак, у нас тем временем... Бексултан! Баракелде! Азамат, бул жерде... 23-21, да, это было очень близко. Там куатты соку. Очень близко. Эсеп 23-21. Дишорси командасынын оюнчусу Бексултан. Топту оюнга киргизүү. Жана, не болот? Жана, Данил топту өткөрүүдө. Атабек Баракелде. Азамат. Керемет көрүнүш. Эсеп сандары 24-21. Мына жана биз айтып жаткандай камбек. Камбектин башы башталууда. Бексултан топту оюнга киргизүү. Баракелде. Мына эйс. Бул жерден НТ командасынын оюнчулары топту кабыл алууда. Көп ката берип жатат. Биз көпкө кетпейбиз. Бул жерде 4-чү партия. Көрөт окшойбуз. Азыр назарыңыздарда Камбар Мюзик группасынан музыка. Thank you.
Достор, ойыма қайтып келеміз. Төртінші партия. Жалпы есеп 2-1, НТ 2, Дүшорси 1. НТ ойыма қайрадан Эмиль Нұржанбеков, Нұртілек қайтып келді. Көре жатарыз, не олар? У НТ 2, это не школьная лига, это MVP лига. Ребята, если хотите узнать поподробнее насчет турнира, можете подписаться на инстаграм аккаунт MVP Бишкек, а мы начинаем. Так, у нас есть время на 4-й сет матча финального Дюшорси против НТ 66. Ну, кстати говоря, интересно, что предыдущий сет. Там все, что там Дюшорский взял и не позволил соперникам победить в этой игре досрочно, скажем так, побывать в боксе. Но нокаута не случилось, оклемались из Дюшор, они встали на ноги, пока непонятно, крепко или нет, по крайней мере, сейчас пытаются что-то отвечать, пытаются что-то принимать. В итоге нас ждет интереснейший третий, который может быть последний сет, но будем надеяться, что что-то еще придумаю. Так, мяч остается также в игре. Вторая зона. Удар. Хорошо, Кенди. Мяч здесь. Великолепно. Бара Кенди. Кенди. Велдерде. НТ командасының ойыншысын Нұрсұлтан қорғануда. Жақшы ойын алып баруда. Қалай Фатабек. Топты ойынға кіргізуді. Қалалы бар. Жена! Узерден. Табек. А, Горгану! Баракелде! А, Нұрсұлтан. Нұрсұлтан топты. Аутқа. Бағытта алған. Подача. Более четвертая зона отлично, спокойно. Мяч сохраняется в игре. Также на второй линии. Ах, как переиграл. Ах, хитрюга. Молодец, Александр Узбеков. Так и 3-2. Ну, это полномерно вырывается вперед сейчас. Левые команды. МТ-66. Ну, тут уже 4-2. Больше как-то повезло, можно сказать. Мяч вырвали здесь и нападающий сейчас. Мы видим Эмира Нұржанбекова. Следующий. Команданте. Хорошо. Масимова мяч сохраняет. 4-я зона. И еще один удар. Отлично. Джалан Чалбаев в этой ситуации очень хладнокровно поступил, просто взял и ударил. Тут все. Не стал особо, кажется, церемониться. Декорет. Да, Чалбаев сам на подаче. Мяч сохранили еще в игре. И Валт мяч улетел. Коснулся мяч одного из игроков команды МТ-66. И поэтому... Мяч в Дюшорси. Так, у нас четвертая партия, счет 4-4.
Ну, я плюс ко всему этому. Пятое очко сейчас НТ все-таки зарабатывают. Они более стабильнее, откровенно говоря. НТ. Соперники, конечно, показывают некую нестабильность. Примерно потому, что у них так получается, но в общем в целом все спокойно. Так, со второй линии снова, ну а здесь уже удар. Просто великолепный удар. И в очередной раз Нуртлек. 6-4. Зона здесь, блок отличный, Масимова мяч сохраняет. Что-то все либеро, конечно, а здесь переиграли, и либеро команды НТ не сумела отправиться. Айсулу Искендерова. Ее зовут. Маленькая распейка, и Айсулу Искендерова составим. Команда НТ, две девушки. Не справились, но мяч остается все так же в розыгрыше, и 6-6. Дюшор 7. Два очка зарабатывают и сравнивает счет сейчас на табло. 6-6. Спокойно все. В принципе, все предыдущие три пары так и начинались. Очень ровно. Потом одна из команд вырывалась вперед. Обычно была команда НТ. Нурстан Асимханов подавает, занимает очко, и вот впервые в этом сете команда Дюшор врывается вперед. Участие школы прицельно на 62. А, слишком все выучились. Не поняли друг друга. В итоге потеряли нить игры и буду теперь уже пытаться догнать. 6-8! Ошибка! Да. По-моему, Игорь, да, мой Игорь, да, Бугай? Удачно. Не сильная такая получилась. Вот здесь уже очень красиво переиграл сейчас. Бог Ислам Бакиров. Центральный блокирующий средней школы. 62. Итак. Ух! Как же красиво так сыграли друг другом. Незачем просто 8 номер Данил Проскурин. Завис как бы в воздухе. Просто шлепнул. Говорится. И снова здесь, смотрите, летит высоко-высоко, взмывая выше ели. Абсолютно точно. И это снова Нурзилев. Подача. Подача. Ислам Бакиров. Ну так, сильно. Мяч остается в игре. И вот со второй линии сильнейший удар. И мяч попадает сейчас в пределы площадки. Ну что ж, уже в статусе своих соперников команда из Дюшор сейчас находится НТ-66. Бум. Спокойно, молодцом. Чуть-чуть, возможно, поздно было вышел, так рано чуть-чуть. Горбин. Александр Горбин. Подает. Первый мутач. Да, Данил Проскурин сейчас здесь. Высокий парень. С очень сильным ударом. Держали его на запас. Андриан Кудинов. В итоге. Выиграл сейчас здесь. Очень уверенно вырывает. Итак, теперь снова буду сам подавать Данил Проскурин. Хорошая подача здесь. Шестую зону, отсюда с четвертой.
Хорошо, сохраняет мяч здесь. Великолепный розыгрыш. Смотрите, какой интерес получается. И со второй линии вал просто улетает. Подумка была просто великолепная, однозначно. Но летает этот мяч. Просто вал. 11-11. Со временем НТ 66. Сумели сравнять счет в этом сете. Нет. Что будет? Не успел. 12-11. Мысли времени. Да. Ойын бойынша айта кетсек, ойын финал өзгөчө абдан чоң деңгээлде өтүп атат. Эки команда тең. Байкасаңыздар абдан оюнга кирип жана ар бир топ упай үчүн күрөшүүдө. Да, понимают они, конечно, свою ответственность. Все же вращают цвета герб своей школы. Ну и вот здесь! Баракелде! Бек Султан, жана Жалын. Космодо жакшы оюн көрсөттү. Бул жерде белгилей кетсек, Нуртилек НТ командасынын оюнчусу. Көбүнчө комбинация иштеди. Төртүнчү гана зонадан чабуул кылбастан экинчи зонага чуркап жетишүүдө. Калыев Атабек топтоюна киргизген эле, бирок аут. Аут. Эмир Жанбек топтоюна киргизүүдө. Эсеп саны 12-14. НТ 12, Дюшорси 14. Топтоюна киргизүүлөр жана Александр Бексултан. Бексултан катага жол берди. Менин оюмча азыр ушул жерден Дюшорси командасынын оюнчулары ойношу керек. Себеп дегенде бул партия алар үчүн акыркы болуп калышы мүмкүн. Самира топту оюнга алалар. Бексултан топ жана бул жерден Эмир. Эмир Нерл. Катага жол берди Жалын Чалбаев. Жалын Чалбаев борбордук тосмочу. Дюшорси командасында 12-чи катар саны менен. Жана баракелде. Эйс, эйс, эйс. Бул жерде байкасаңыздар, Ислам Дюшорси командасынын оюнчусу эмоция, эмоция, эмоциясы абдан ачык жана командасын көтөрмөлөп ойноду. Подача Жалын. Дагы бир жолу кабыл алуулар. Баракелде кандай гана катуу сокку. Баракелде Нуртилек. Казалось, что вот уже сейчас у нас будет тайбрейк возможно. А нет, НТ против этого. Белгилей кетсек, бул жерде НТ ачыгында айтыш керек, бул жерде бир гана игрок ойноп жатат. Өзгөчө чабуулда бул Нуртилек. Бирок ага карабастан Нуртилек упай алып келүүдө. Бул эмнени айтылат? Бул игрок оюнчу күчтүү. Жакшы оюн алып барууда. Кармай киргизүү бара келди. Пас Самира. Самира коргонууда бир аз катага жол берип койду. Снова по ночам. Атабек. И можно здесь бить. Второй зон. О, Баракелди! Кандай гана. Байкасаңыздар, бул жерде борбордук тосмочу Дюшорси командасында Ислам жаракат алгандай көрө жатабыз. Мен столкнулись друг с другом, один на другого упал вообще. Менин оюмча гальна стоп. Бул волейболдо көп кездешүүчү жаракат. Головой. Просто головой ударился. Сияга ошондой. Сияга. Эсеп 16-17. НТ 16. Дюшор 17.
Бора келді! Мына жаңалы айтып жатқан жарақат алды деген Игроглус Дюшорси командасының форвардық тосмачысы бірінші темппен өз командасының ұпай алып келуді. Есеп 18-16. Бексултан Мөлгіргізі Бора келді! Қандай ғана соққы Данил. Данил бірінші темпте абдан жақсы ойын отарып жатады. Аға пасты шығарып беруді Эмир. Бара келді. Есеп 18-18. Бұл жерде Қалыев Атабек Тосмолы соққы жаратты. Интересно сейчас у нас идет игра, смотрите. Жана! Бұл жерден Азамат жана Нұртілек қатаға жол берді. Ислам. Ислам топты ойына кіргізеді. Так, это финал, друзья. MVP лиги. Бара келді. Бірок Тілекке қарсы аут. Сызықтың сырт тарауына топ түшкен. Насчитал. Бара келді. Ислам. Топ қойыма кіргізу. Қабыл алулар. Жана. Уай! Азамат, Азамат бұл жерде Александр жана Жалын Тосмодо қандай ғана жақсы ойын алып баруда. Нұрсұлтан, Нұрсұлтан. Нұрсұлтанға Тосмо қойылған. Ислам, Ислам. Подача, подача. Келде жақсы. Ой! Бұл жерде Данил қандай ғана керемет жазғыру. Қатты ұрбастан Тосмоның сол тарауына жазғыру болған. Енді топ қойыма кіргізді. Бексултан қабыл алу бар. Нұрсұлтан жана. Ола. 22-19. Дюшорси командасы. 22. Мына біз айтып жатқандай. Камбэк. Камбеке аз қалды десек болады. Егер деле Дюшорси командасы ойыншылары жаңылыстық кетірбесе, мен ойымша қолынан келеді ал. Александр топты ойынға кіргізуді. Аллалар. Жана. Бұл жерден қорғануда Александр қатаға жол берген. Негедір екі тараптың қорғыны да қатаға көп жол беріп жатшы. Данил Бентенің борбордық тосынан сұсы қатқойыма кіргізеді. Бексултан қалыл алба. Нұрсултан скидка. Нұртілек. Бара келді. Бара келді. Қандай ғана жазғыру. Қандай ғана жазғыру. Бұл Черчилль. Да, это реально мастерство 22-22. В таком юном возрасте показывают спортсмену реально очень высокий уровень. Хорошая подача, мяч в игре. Бора Кельдовый! Калыев Атабек! Зашор все командасын капитаны. Бұл жерден өз командасына 23-ші ұпай. Ола, 2 ұпай қалды. Егерде 2 ұпай алышса, Дюшорси командасы ойынды 5-ші партияға ұзатады. Подача! Бұл жерден қайра. Қайрадан қорғануда Бексултан қатаға жол беруді. Негедір қорғануда. Қорғануда біраз қатай кетуді. Бора келді! Азамат, Азамат бұл жерден Нұрсұлтан. Диагонал. Бірақ диагоналдың өзінің
негизеле позициясын орду. Бул жерден очко иштеш керек. Жаңыл Чалбаев топту ойунга киргизүүдө. Нуртилек жана коргоону бар. Бек Султан не кылат? Мирстан, Нуртилекке пас берди жана Бек Султан. Жок. Нурсултан. Заканчивать надо. Атаке. И вот тут. Жок. Енте. Аут. Бул жерден. Баракелде, баракелде. Жалпы эсеп 2-2. Тайбрейк, друзья, у нас. Вот это да. С 2-0 вытаскивает Дюшор 7. Ойын 5-ші партияға уланады. Мына біз айтылғандай деле. Бек Султан, кестеш айтқандай, Россия Олимпия 2012 жылы Олимпиадада финалда Бразилиядан 2-0 есебінде ұтылып жатып, ұтылып алған, бірок біз бірақта Дюшор менен МТ 66. 5-ші партия. 5-ші партия қандай болғанын көре жатарбыз. Екі команда тең. Абдан жакшы деңгээлде оюн көрсөтүп жатат. Көрөлү, көрөбүз. Андрей Владимирович Анкудинов оюнчуларына буйрутма берди. Оюнчулар. Бирок бул жерден айта кетчү нерсе 4-чү партиянын уткан команда негизи 5-чү партияда фаворит болуп эсептелет, себеп дегенде эмоция, настрой аларда алар тарапта болот. Мына 5-ші партияға дағы уақыт келіп жетті. Азамат екі тараптың жақсы ойын көрсетуді. Бұл жерде МТ және Дюшорси командалары жалпы есеп 2-2. Бұл МВП Бишкек тарапынан ұйыстырылған МВП лига. MVP лига, егер де қалушылар болса, MVP сезонда өзіңөрді сынап көрсеңіздер болады. Бирок турнирден тышқары квалификационный турнир. Бұл жерден МТ командасына Мирстан қайтып келгендігін көрдік. Ола, ойын азыр қызықты болып деген шештемін. Көрі жатарыз, не болырын. Да, друзья, у нас сегодня тайбрейк. Пятая партия. Мы напомним, что в этой партии судится до 15 набранных очков одной из команд. Удар Динам Нурсултан. Баракель. Баракель. Друзья, 1-0. Биринчеле упай. Нурсултан. С Дюшор Си командасы. Мына көрүпсөңүздөр, бул жерде бүт бүөрмандар. Кызууда оюн абдан жакшы деңгээлде өтүп атат. Калыев Атабек топту оюнга киргизет. Топту оюнга киргизүү бар. Абалалу Мирстан. Баракелде коргонууда. Жакшы оюн. Самира. Баракелде. Баракелде. 2-0, друзья, у нас 7 времени в этой партии. Как же уверенность начинает? Да. Бул жерден мен оюнча азыр Дюшорси командасы Данилде карашы керек. Жана айтылгандай эле 4-кө баракелде. Азамат. Бул жерден Нурсултан жана Жалын. Монстр блок. Кандай гана керемет тосмо. Бул абдан жакшы. 62-чи минутта чыккан Дюшорси командасы керемет оюн көрсөттү. Қайрадан 4-10-аға пас беру. Жана Атабек. Баракелде. Бек Султан бұл жерден 4-ші ұпайды. Өз командасын алып келуді. Айта кетсек, MVP Бишкек тарапынан ұйыстырылған MVP лиганың финалы Дюшорси жана МТ 66.
Баш байге 100 000 сом. 100 000 сомның иесі кім бол? Қайрадан. 4-ші зона. Керемет қорғаны Жалын. Бексултан. Баракелді. Тосма. Баракелді бұл жерден. Ола. Ола. Атабек. Қорғанудан топ тиіп қалған. Бексултан, қаулы алуар. Нұрсултан. Баркелде. Баркелде. Баркелде бұл жерде НТ 66 командасының ойыншысы Нұртілек. Шабулда керемет ойнап баруда. Данил. Данил топты ойыма кіргізуді. Аут, аут, топ қоймайды, қатаға жол берді. Жалым Чалбаев. Жалым Чалбаев. Бұр-бұрды қосым өтші. Будем подавать 5, 2 счет, 3 очка преимущества есть, у нас все время хорошо. Асана Джорабаев, ба! Қандай ғана. Қатаға жол берді, бұл жерден. Аут. Таймаут. НТ командасы таймаут алуда. Тура-тура чечим. Бұл жерден 4 ұпайға ұзап кетті. Дюшорси командасы Андрей Владимирович Анкудинов өз ойыншыларына бұйрытма беруді. Ова, бұл жерде НТ. Көрсеңіздер, НТ 66. Дюшорси. Айта кетші, бұл MVP лига. MVP лига. Финалдық беттеш, НТ, әнәз дүшор. Жалпесеп 2-2, 5-ші партия, шот. Шот 6-2, дүшорси командасы алдыда. Бара келді, қандай ғана. Жақшы көрініш. Жалын Чалбаев. Топты ойынға кіргізу бар, жаңа аут. 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 3-5 бізде у нас счет на табло. Емес, Куржанбеков топты ойынға кіргізеді. И у нас Емед будет сейчас выйти мяч в игру. Подача есть, не самая сильная, тем не менее мяч остается в игре. Нурсултан! Хорошо, сохраняется в игре, смотрите. Классная работа в обороне, сейчас мы увидим ее. Гомен. И вот здесь игра абсолютно. Азамат, Азамат, Нурсултан. Керемет жазғыру. Мұндай жаштар. Сынчалық жақшы ойлау бұл шынында. Мен ойымша бұл көп тренировканың арқасы. Емгек. Анкыда. Баракелде топ бойыма кіргізу бар. Емир Мерстан. Атабек. Баракелде. Қорғануда. Жана бұл жерден қатаға жол берді. Нұрсултан жана Атабек. Топо. Бірдей. Тиіп қалған. Аяғы келіп. Қатаға жол берді. Мерстан. Топ бойыма кіргізуді. Атабек. Қаулалы бар. Ислам. Жана бұл жерден мүрдөлі Тосмодор. Керемет ойналып баруда. Есеп 5-7. НТ 5. Дюшорси 7. Мерстанбек. Топты ойынға кіргізу. Қаулалы бар. Нұрсултан. Қорғануда жақшы. Нұртіле. Баракелді. Азамат. Для вас сегодня шестую очку зарабатывает НТ-66. И минимально подбирает своим соперникам. Тем самым, конечно, делает некий анонс тому, что в конце получает максимальный интерес. Так, подача есть неплохая. Но ошибка здесь. И в итоге нужно будет атаковать НТ. Сильнейший удар. И отлично. Максимова играет здесь.
Массимо сохранила мяч, очень сильно было, и снова в сторону Массимо, это шестая зона, и 7-7, друзья, 7-7. 14 очков уже были разыграны. Кандай гана тең тайлаш ойун, бизерден партия бойынша дагы 2-2, 5-ші партия 7-7. Кана 8-ші пайды кима? Аут, аут, бұл жерде Мишанбек топты ойынға кіргізуді. Катага жол берді. Дюсерси командасына ола орын алмашу. Білгеніңіздердей 5-ші партияда 15-ке чейін, 15-ші пайға чейін ойналып, себеп 8-ші пайдан кейін командалар алмашы. Ола, бұл жерден 8-7 Дюсерси командасы 8 Салам Энте 66-7. Бек Султан топты ойынға кіргізуді. Байқасаңыздар, бұл жерде Дюсерси команданың көрмандары абдан көп. Жана Баркелді Нұртілек Энте командасының ойыншысы. Қандай ғана жақсы ойын алып баруда. Брауз Нұрдәулет. Атабек. Бары келді. Бұл жерде Данил Космодо жақшы ойын алып баруда. Есеп саны 9-8. НТ 9 Дюшор 8. Атабек. Бары келді! Бұл жерде түшінбестік қорғануда қатаға жол берді. Есеп сандары 9-9. Ислам топты ойынға кіргізуді. Келді. Бұл алу бар. Қорғану бар! Қорғану! Атабек! Жана! Бұлға барыр бастан бар. Бар келді бұл жерде Мирстанбек. Пай комбинациясы. В итоге 10 очков заработает НТ. Азамат Джарубаев идет на подачу. Он подает. Хорошо и блокирующие. Как же красиво заблокировали этот удар. Что ж, 11-9, 2 очка преимущества есть. Рубаев. Снова на подаче. На Нұрсұлтандан соққы. Бары келді. Бары келді. Бек-Султан. Пайп комбинациясы. Керемет соққы. Керемет соққы бұл жерден. Дюсерси 10. НТ 11. Ола, ойын аяқтап баратады, достар. Дағдылы гимнтары белгісіз. Ашық фаворит жоқ. Тең тайлаш ойын. Александр топты ойынға кіргізді. Нұртілек. Бары келді. Бұл жерде Нұртілек 12-ші ұпайды өз командасына алып келді. Қандай ғана керемет ойын. Он екі он. Топты ойынға Нұртілек. Нұртілек өзі. Топты ойынға қошот. Тына. Подача. Нұрсұлтан. Азамат. Бұл жерден. Чауылға барластан. Ашық зонаны. Көрді. Тына. Скик. Сәз бұрып. Қалыев Аттабек. Аттабектің топты ойынға қошосу. Есеп сандары 11-12. Бары келді, ейс, бұл жерден Данил топты алуда қатаға жол берді. Азамат 12-12 есеп сандары. Бұл алу бар. Самира, қорғануда.
Бексултан! Бара, бара келде! Самир молодец! Бара келде, бул жерден коргону! Жок, бул жерден Бексултан! Бул тосмого эмес сеткага уруп алган. Тайм-аут! Андрей Владимирович Анкудинов тайм-аут алды. Концовка, партия, оюн негизеле аяктап баратат. Эсеп сандары 13-12. Албар, Нурсултан. Жена, кандай болот? Бары келди, Нуртилек. Пайп комбинациясы жана. Эсеп сандары 14-12. Матчпоинт, жена сегодня матчпоинт. И на подаче сейчас команды НТ-66. И Данил Проскурин подает. Нормально, будет играть здесь. И удар. Шот, все в порядке. Играет и... Барикерзе! Азамат! НТ-66! Кандагана Джазгару! Чемпионы! Чемпион! Азамат! Чемпионы, друзья! MVP лиги! Бары келди, көрсөңүздөр бул жерде. Акыркы топту Эмир Нуржанбеков пас бербестен жазгыруу кылган, анысы ийгиликтүү болуп, оюндун жыйынтыгы менен 15-12 эсебинде, жалпы эсеп 3-2 эсебинде НТ-66 MVP лиганын чемпиондору. Чемпиондору. Браво, спасибо, друзья. Это было очень интересно, это было легендарно. Казалось, что вот Зюшор сотворит еще одну историю. Проигрывает по ходу матча 2-0, вытащит 3-2, но чудо не случилось. НТ все-таки собрались, ну и все же сумели победить в этом матче. Это было красиво, это было интересно, друзья. Это MVP лига, MVP Бишкек. И мы только начинаем свой путь развития нашего волейбола, поэтому будьте с нами. Подписывайтесь на наши аккаунты в ТикТоке, в Инстаграме, в Ютуб. Будем вместе развивать наш спорт, да, и, конечно же, в частности, волейбол. Вместе с нами делать волейбольное шоу. Ведь волейбол – это искусство, волейбол – это настоящая жизнь. Всем до новых встреч, друзья. Оставайтесь с нами. Занимайтесь спортом, ведите здоровую жизнь. Абсолютно. Всем пока. Алга, кыргыз волейболу. Алга, MVP Бишкек. Барыңыздарга чоң рахмат.